Серег, он мог тыпыхаться. Ой, я додик слепой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас карта Roblox. Будем убегать от злобных Бенди. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Даю вам 3 секунды. У нас есть 3 секунды, чтобы скрыться. У нас у всех по 35 хп, а Серега отнимает 40. То есть он убивает с одного удара, но при этом у него очень маленькая скорость, поэтому есть шанс сюда затащить и повыживать максимально долго. Сережечка, твой выход. Я иду за вами. И кто умирает, тоже берет Бенди фонароголового. Он так называется же? Он называется The Protection. Серега, ты ж меня не ударишь, ты ж понимаешь. Я же профессиональный игрок, я не подойду близко к тебе, знаешь, ты можешь на ход ударить. Не-не-не-не-не. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение и тем самым продлеваем людям жизнь. Сережка, что ты за мной только гоняешься? Гоняйся за другим, ты же их быстрее убьешь. А других я не вижу, а вот он. Давай, мочи его, у нас же 8 человек. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Сможете всегда с нами записать и повеселиться и попасть на YouTube каналу Миллионнику. Потому что записывают с нами очень много новеньких людей. Так, надо быть внимательным. Ах ты, Серега, хитрый, вышел из-за угла. Так, я ускоряюсь. Ну, сейчас Серега убьет одного, и с того момента начнется намного все быстрее и интереснее. А и где он? И важнее. И важнее. И сложнее. И хитрее. И хитрее. И что-то там еще придумайте, что было весело. О! Серега, ты меня не догонишь. Серега догонит всех, он же профессиональный игрок. Джедайский меч не использовать. Не Ися использует джедайский меч, только Серега может его использовать. Ну хотя он Бенди его взять не может. Я медленный, нечестно. Но уверенный. А где ты бегаешь? Я тебя не наблюдаю. Вижу. А, это вижу. Убил. Пацаны, давайте встречаемся все на синем замке. Мне кажется, будет очень прикольно, когда он поднимется, и мы все отсюда будем убегать. И падать. Тратить жизни, и Серега выиграть. Кто умирает, тоже берет Бенди, независимо убивает Серега или нет. Главное, чтобы выжить. Чел, давай бери фонара голового, такого же, как и я. Ты убил же одного? Да, одного. Серега, убил. Это же честно. Да. Давай, лезь наверх. Наверх лезь, замок. А, говно. Не успел. Давай, спрыгивай. А мы, я так внимательно за этим всем наблюдаю, мне весело. Ля, ты крыса, ты в красном замке, вон я тебя. Ля, крыса, а чё красный, уже синий? А, да, он красный. У меня этот дальтонизм. Красный с синим путаю. Не догоните. Догонит, догонит, Серега же лучший игрок. Вижу, бежит. Блин, ребята, это очень стрёмно, очень. Надо быть очень внимательным, чтобы затащить. Так. О, ты чё, дурак, что ли? Ты чё, ты пэкаться можешь? Это я отскочил каким-то боком. Каким боком? Левым или правым? И гони дурочку. Я хочу выжить еще дольше всех. Давай других мочи, Серега, ты их и так убьешь. Вон, за балди иди, сзади. Вон. Интересно, кто же последний останется в живых? Серега, ты меня не догонишь, что вы сами. Догонит, да не гонит. Серега же лучший игрок. На данную секунду. Вот это там убийство происходит, жесточайшее. Это рык. А он музыку не издает, Серега, или издает? Издает на F. Нельзя издавать музыку. О, блин, у меня же останется 15 хп. Нет, я хочу еще жить. Слышь, ты, махальчик, нельзя. Я буду убегать до последнего. Я все-таки, ребята, думаю, что я останусь последний выживший.
Да хватит рычать! Рычащий человек! Остальные, блин, взяли, запрятались, сыкуны. Я вижу их, я вижу, Серега, где они? Где же они? А где-то вот тут вот. Пацаны, зря вы тут сидите, а он сейчас к нам придет. А почему им это? За Бэби Йоду? Димка спалил вас. Каким образом? О, вижу, бежит, бежит. Опа! Ну чё, кто там еще у нас живых остался? Я, он, да мы с тобой. Дружим вместе всей семьей. Да-да-да, все отлично у нас. Тащим потихонечку, ребята. Я издеваюсь над Константином. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Не забываем это делать, потому что у нас выходят очень классные рубрики. И не забывайте написать в комментариях, что нам завтра снять для вас, чтобы вам все было интересно и классно. Давай, чел, объединимся, сейчас одного заманим, съедим. Вы шустрые. Да не шустрые мы. Эй, ты чё палишь меня? Уходи! Я хочу еще прожить долго, минут. Серега, я знаю тебя. Серега, мы в нычке сидим, очень классной, которая тяжело увидеть нас. Сейчас придет дядя Бенди. Какой дядя Бенди? Накажет тех, кто издевается надо мной. А что ты на себя дядя говоришь, Бенди? Я не про себя, я про другого. Я думал, ты все-таки дядя Бенди. Вот сейчас зря они, гады, издеваются надо мной. Надо было назвать видео «Издеваемся над Серегой на протяжении...» Наверное, так и назовем «Издеваемся над Бенди как можем». Короче, не выходи из-за угла. Будем тут сидеть, они нас не найдут. Отлично, нычка, отличнейшая. Ребята, напишите, сколько мы минут еще проживем. Мне кажется, минут 5-6 наитично проживем. Так, засекаем время. Так, уже 7 минут мы выживаем. Отлично, отлично. Пока мисс, у нас все получается. Серега, реально ты не знаешь, где мы? Он, конечно же, медленный, но... О, хорош. Нет, дядя Бенди уходит. Приходит снова фонароголовый. Так, дядя Бенди не может выиграть. Не, 10 минут мы не выживем, их очень много. Я не прям бегаю, иду там за стеной все. Я прям чувствую, что мы сейчас все сливаться начнем. Вас получается, мы много, что? С чуваком? Серега, мы остались с чуваком вдвоем живые. Нет, мы только двоих. Я только двоих замочил. Так что вас еще пятеро тут. Да? Да, вас пятеро. Ой, палился. Он идет к нам. Там еще один за углом, иди туда, там за углом еще есть один челик, в темноте сидит. Че ты за мной ходишь? Отвали! Ля-ля-ля-ля-ля. Убегаем опять, ребята. Все у нас получается по красоте. Бенди ходят, но не может нас убить. Очень сложно, да, Серега, играть за этого челика? Да. Димка, привет. Это я, кстати. Это ты бежишь? Да. Так, нельзя на месте стоять. Зная тебя, ты хитрый жук. Да. А им читерит. Он по траву идет. Так, а где ты? А где ты? Чё речишь? Я вижу, он бежит. Они все хотят меня убить, но не получится. Не получится. У тебя, Сережка. Ля-ля-ля-ля-ля. Классно выживаем, мне нравится. А где третий чел? Его уже... А, вон он ходит. Все, вопросов. Так, на башню больше не залажим. А хотя у меня останется 5 хп, я выживу. Так, двое. Оставайтесь внизу, подловите Димаса, а я на башню. Ах, нет, я передумал, Серега, я знаю твою тактику. Ля крыса. Не-не-не-не-не-не. Я хочу еще немножечко повыживать. Так, я надеюсь. О, смотрите, что творится. За Ой, блин, сейчас все. Я умру еще так. За Димкой все быстро. Нельзя за мной. Эй! Так же и обосраться можно от страха. Почему им читерит? Он, то есть, вот идет под траву, да? И я его не могу ударить. Бегай, они медленные, от них легко оторваться. Так, ребята, я заныкался. Нычка отличнейшая просто. Ой, давайте по темноте, что там у нас дальше будет, мне интересно. О, я выйду сейчас с другой части карты. Классная сокращалочка, мне нравится.
Бежим, бежим, бежим. О, если тут в туннеле кто-то встретится, мне просто жопа будет. Поэтому мы выживаем продолжать. Че, Серега, не можете поймать? Ищем тебя. Давайте, можете других взять Бенди, которые более мощнее. Ну, блин, на расстоянии вы сразу, да, нас убьете? Да давай я лучше. Да. Ты один будешь? Да. Ну так давай, давай. Будет. Ребята, не высовывайтесь, вообще просто сидим. Все, не высовываемся, не выглядываем. И физган с руки убери, тебя видно через панель. Во, вот так, молодец. А ты монтировку возьми лучше этот. Ничего не возьми, камеру возьми в руки, тебя видно не будет. Не, не пались, не пались, тихонько сиди. Можно выключенный звездный меч тоже. Не палить тебя. Отлично, отлично. Мне нравится, как мы выживаем. В принципе, неплохо. Ну чё? Сережечка, если вы сейчас не находите нас и не убиваете в течение 2 минут, я вас всех взорву к чертям. Не смею. Я смею. 2 минуты, Серега. 2 минуты. Пока мы болтаем, сейчас будет 1.5 минуты. Чувак пишет, не надо. Надо, надо. Надо. Парень, брат, я знаю, что надо. А почему им идет по траву? Я как бы его мог убить, но он по траву пошел, и я его не смог убить. Так давайте тогда берите, пацаны, большие скины. Так нечестно. Реально, этот скин очень читерский. Берите большие скины там. Не знаю, у нас там Чубака есть. Охранники есть, Балди. Аниматроников можете взять скины. Я же большим скином, да, играю? Ну да, у меня охранник. Из рубрики «Аниматроники пугают охранника». Если вы хотите, чтобы мы следующую рубрику сняли «Аниматроники пугают охранника», пишите плюсик в комментариях. Если будет 100 плюсиков, мы сразу идем записываем эту рубрику. Все по-честному. А давайте за то, что... Дима, ты где? ...присоединиться к нам. Кушать. Какой кушать? Ноги мыть и спать. Я ж поперхнулся, ты что? Зачем так издеваешься надо мною? Если бы ты взял обычного Бенди, ты бы меня не убил. Возьмите большие... А это самый обычный Бенди. Да, да, конечно. Еще одного съел. Эй, ты псих. Все, осталось... Сколько? Я 2 замочил, осталось еще трое. Так, а где они ходят? Ты не знаешь, Серега? Не знаю. Ну, он, смотри, он, Серега, медленнее намного, да, чем тот? Да. Но зато на расстоянии бьет. Ну да, 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 да. И рычит так, смотри. Где ты? Смотри, Дим. Рычит так. Да, да, да. Вон они бегут, вон они бегут. Давай, 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 давай. Наденьте большие скины. Сейчас я попаду. Ты только своего не убей, а то будут обстоятельства. А я буду убивать всех. По обстоятельству, да? Эй, о, на тебе. Ты что думал, ты самый умный? Так, кто у нас еще остался? Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Вижу его, вижу. Окружаем, пацаны, я вижу, вижу. Сокращаем путь. Так, вот он, вот он, вот он. Ну, хочу тебя убить, человек! Давайте камеру приблизим. Вот, с такой камеры смогу его убить. Ой, своего чуть не убил. Вижу, вижу, сейчас мы его... О, я могу тпхаться! Серега, он мог тпхаться! Ой, я додик слепой. Ребята, как обычно, вы что, вы любите? Мы взорвем здоровенную бомбище. Я ставлю ее, Дим. Я уже поставил. Прощайте. Как все любят. Мега взрыв. Ого, вот это от нее осталось. Ядерное грибище. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай! Ты... Да.